Всем привет, я Миша Иннер, это свежие хайлайты не самой позитивной недельки, но зато достаточно насыщенной экшеном. Надеюсь, вам понравится моя боль. Не забывайте ставить лайки, комментарии, подписки. Приятного просмотра. Какое еще фу? Бля, ну что за дичь? Я не могу нацевые трепсы выкидывать все время. Это другая игра, а не покер. Просто. Да я блочил эту ху... О, пи***ц. Как бороться? А, я ебал просто. Ну как можно вот это бесконечно просто терпеть? Это пи***ц. 200 ББ против единственного чувака, с которым вообще за радость здесь поехать на 200 ББ вот такой вот доске. Еще часики зальется, вот говорят на YouTube. Да мне меньше хватит. Какой еще флоп положить двойки против 18? Найс флоп. Кого мы обманываем? Какой еще флоп постелить? Давайте-ка зададимся вопросом. Помогите. Не знаю как, но помогите. Ну они что-то знают в натуре. Просто рейс-кол король 10 разномастный. И у тебя, и у него член в жопе. Но есть один нюанс. Я быстро не даю. Ну и по тузам, как всегда, прикрываем, да? Ты там короли, что ли? По сути, только валетов репим, проблема в этом, что семерки, пятерки обрезил. Если он в этом разберется, может отбить по всему, почему валюбетил. На последних секундах самое обидное кол получать. Именно на последних прям секундах. Да, валетов блочит, тут тяжело, конечно. Че, трипс-трипс, что ли, опять? Ага. Какой пи***ц, ну как играть в эту игру, скажите мне? Не сказать, что в восторге от ситуации. Да не, ну это кол в любом случае, по ГТО и по факту. Да блин! Ну сучка! Как ты... Проблема в том, что у нас имидж немножко подпорчен тут за этим столом, конечно. Подряд, просто подряд, вот так, вот так, вот так тебя, блядь. Ладно, все, я заканчиваю на сегодня. Спасибо за внимание всем. До свидули, хороших выходных всем, много не пейте. Увидимся в понедельник, всех размотаем. На следующей недельке плюс 90 планируется. Пока-пока.